19 декабря в Минске встретятся Александр Лукашенко и Владимир Путин. Программа переговоров ожидается насыщенная. Начнутся они с разговора в широком составе, в котором примут участие главы государств, члены правительств, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. После президента продолжат диалог в формате один на один. Затем, как ожидается, сделают заявление и ответят на вопросы журналистов. Кампания вакцинации против гриппа завершилась. Несмотря на это, сделать укол на платной основе еще можно. Человеку, изъявившему желание, следует обращаться в свою поликлинику либо уточнять информацию о том, где еще имеются препараты, в управлениях здравоохранения своего региона. Стоит отметить, в каждой области Беларуси привито более 40% населения. В целом по стране это более 3 700 000 человек. До 30 июня 2023-го Беларусь продлила продэмбарго на товары западных стран. Запрет на ввоз распространяется на изделия из США, ЕС, Великобритании, Канады, Черногории, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии, Албании. В черном списке мясо крупного рогатого скота, свинина, молочная продукция, яблоки, картофель, капуста, свекла, морковь, лук, соль и другие. С 19 по 23 декабря в Могилевской области пройдет неделя детской безопасности. Лейтмотив акции – профилактика травматизма. В 2022-м на дорогах региона с участием несовершеннолетних произошло 37 ДТП, в которых пострадали 45 человек. В преддверии зимних каникул ГАИ напоминает, переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Но прежде чем начать движение, необходимо убедиться в том, что все водители остановились и пропускают вас. Уже завтра в Бобруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Маршрут – социалистическая Максима Горького. Колонна из нескольких десятков сказочных персонажей начнет движение в 16:00 от Театра драмы и комедии. Завершит на площади Ленина. Сопровождать героев будет украшенная техника, а уже в 17:15 зажгут огни на главной елке. Высота праздничного символа больше 28 метров.